Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Менше 2 місяців залишається до місцевих виборів, 25 жовтня, якщо нічого не зміниться. А з яким настроєм взагалі підходить регіон? Хто буде брати участь, хто переможе, у кого які шанси? Ми говоримо сьогодні про це і взагалі про кампанію з депутатом обласної ради, моїм колегою, медіаекспертом, журналістом Юрієм Басюком. Юрій, вітаю в нашій студії. Вітаю, дякую за усі регалії. Так, Юрію, ми дійсно говоримо про вибори. Ми бачимо, як активізувалися різні політичні сили, політичні напрямки, там чорний піар, як завжди, дещо світлий піар. Говоримо про демократичні сили. Так вже повелося, що у нас є такий проєвропейський табір політичних сил. Вони по-різному там згуртовані. Які є шанси взагалі у демократичного табору, який представляє і мій сьогоднішній співрозмовник, зайти в Одеську обласну раду, в Одеську міську раду? Смотрите, за последний год стало понятно, что «Слуги народа» — это не проевропейский демократический выбор. Это скорее там партия некой стабильности, которую они ищут там, путем выкладывания всевозможных роликов, там, которые повеселятся, и уступок, и мелких компромиссов путем отрезания маленьких кусочков независимости и суверенитета перед нашими восточными соседями, да, для того, чтобы их умиротворить. Поэтому что, по сути, осталось перед выборами? По сути, осталась там сила, которую я принадлежу, европейская солидарность, да, и силы, которые под вопросом, большим вопросом, проходят, в частности, в Одессе и в Одесской области, там, в местные советы, в городские советы, в советы ОТГ и прочее. Поэтому с чем мы сейчас идем? Мы идем с главным тезисом. Это то, что, собственно, если сегодня демократические силы, да, патриотические силы, проевропейские силы, силы, которые верят, да, в том, что как бы свободная, независимая, демократическая, главное, богатая в будущем, да, то есть Украина доступна, то она доступна тут через европейский выбор. Они должны, собственно, подумать об объединении вокруг какой-то одной силы. И у нас, то есть мы уже год наблюдаем, то есть, слава богу, в принципе, электоральные весы, они сильно после последних президентских выборов, парламентских выборов качнулись уже в обратную сторону, да, вот это вот весь восторг, эйфория, попытка вот найти, получить что-то новое, неожиданное, неизвестное от Зеленского, она быстро, очень быстро сходит на нет. И силы демократические все-таки они возвращаются назад вот к тем идеям, которые себя уже проверили, то есть временем. Ми за традицією, так, ну, як журналісти, оцінюємо таку колір нашого регіону вже багато років. Ну, так, така традиція, що він такого синьо-білого кольору. Як в цьому кольорі почувають себе саме ось проєвропейські сили? У нас крайне неоднозначный регион, на самом-то деле, вот как будучи там депутатом облсовета, я был достаточно удивлен. У нас север и юг иногда отличаются намного больше, чем там запад и восток Украины. И говорить о том, что у нас какой-то однородный регион, то есть у нас раньше было. На юге говорят по-русски, на севере говорят по-украински. Да? На севере совершенно другие показатели и предвыборные рейтинги у партии. То есть, да? На юге традиционно там очень сильное пророссийское влияние. Там, в принципе, все всегда работают с действующей властью, независимо какова это действующая власть. Поэтому то есть, побеждать в Одесской области будет тяжело. То есть это крайне сложный регион для патриотических проеверских сил, потому что как бы, ну, Одесская область она всегда ждет чего-то еще. То есть, поэтому здесь в основном отток от Зеленского он привел к большому росту ОПЗЖ, партии Шария и вот таких подобных сил. Ми проводимо, ну, ми спостерігаємо за кампанією передвиборчою, яка, ну, де-факто вона вже стартувала, де-юре ще ні. В таких цікавих умовах ми продовжуємо жити в умовах карантину, які уряд подовжив і на час самої кампанії, ми це знаємо. Так, це адаптивний карантин, хтось відчуває більше, хтось менше, але, на жаль, ніхто не застрахований від там, хвороби, від інфекції. Як взагалі карантин на політичні процеси впливає? Любой кризис сильно влияет на политический процесс, поскольку он регулирует мысли людей. Да? То есть и та же самая партия «Слуга народа», поскольку она встретилась с этим кризисом,
То есть сказать, что из этого кризиса есть какие-то выигрышные пути выхода, да, то есть если понятно, что было наделано много ошибок, но сказать о том, что можно каким-то образом там вводить карантин и справляться с эпидемией COVID-19, не наделав ошибок, нельзя. И здесь, в отличие от многой, как бы, от многой какой-то такой добросовестной критики, то есть на слугу народа действительно можно пожалеть, ну, потому что они пытались что-то сделать, да, они пытались и пытаются, то есть многое из этого не получилось, многое из этого нелепо, многое из этого противоречило друг другу, да, то есть одеваем маски, не одеваем маски, там, мажем руки, мажем, там, нужно в парке, можно в парке бегать, не можно, то есть нужно за, там, за пробежку штрафовать на 17 гривен, не нужно. В баскетболе штрафуются, да, за пробежку. Это очень странная ситуация. Вот сейчас у нас в Одессе пляжи битком набиты и местные бары набиты, но при этом иностранцам въезд запрещен, да, то есть которые там не едут по работе или по какой-то уважительной причине. Ну, достаточно странно. Разумеется, в случае, если большая часть Украины спустится в красную зону, перед действующей властью возникнет резонный вопрос, собственно, а нужно ли выборы проводить и как это отразится в первую очередь на их популярности, поскольку так или иначе они принимают решения, исходя из политических последствий своих решений. И они хотят, чтобы их скорее люди любили, а не ненавидели. Поэтому если вот среди них вот чаша весов такая, что последствия вот проведения этих выборов будут куда хуже, чем отсрачивание их на неопределенный срок, они могут пойти на такой шаг. Лично я не считаю, что они на это пойдут, поскольку кривая поддержки Зеленского и его политическая идея, она вот такая, да, то есть она летит вниз. То есть за год она упала где-то в два раза. То есть, поэтому любое промедление местных выборов означает еще меньшее количество депутатских мест в советах, еще меньшая поддержка их кандидатов. Поэтому очень-очень сомневаюсь, что выборы отменят, отсрочат. Считаю, что они их будут проводить сейчас. В принципе, как проводятся там мероприятия с изоляцией, в масочках, все это можно сделать. Але коли ми говоримо про рейтинги тих чи партій, зокрема там партії влади, на місцях це не тільки бренд, але й люди, які там працюють там в ОТГ, в містах, в селах, в районах. Перше питання стосується команди, яку презентує ваша політична сила, Європейська солідарність. Що це за люди? Це, ну, я розумію, там буде там праймеріс, але все ж таки це не люди там з такою там темною там біографією, як було рік тому зі «Слугою народу», там виявилося, що хтось там взагалі в іншій країні працював, хтось там сидів за ґратами і таке інше. Как відбувається кадрова политика в вашей политической системе? Знаете, меня довольно радует то, что происходит с европейской солидарностью. Это же в прошлом блок Петра Порошенко, но и не совсем. Да? Потому что блок Петра Порошенко формировался при совершенно других обстоятельствах, когда не было никакого там исторического задела, чтобы набрать вот ту команду, которая будет полноценно способствовать всем реформам и изменениям. То есть это время было, и тот ребрендинг, который бы сделал, не касался только лишь вывески или только лишь там партийных цветов и логотипа, да, он касался в первую очередь наполнения. И я рад сообщить, что вот в частности есть люди, да, то есть среди как бы там партии, которые не остались с нами и не останутся с нами. Наоборот, мы привлекаем к себе новых людей. То есть и главным образом отличительная черта тех, кого мы привлекаем, мы идем на выборы, про персоналии мы в принципе можем поговорить, то есть конкретно персоналиям, это люди, которые имеют конкретную веру в то, что мы делаем. Наша вера в то, что Украина — это часть европейской семьи, это уже Европа, это ментально другая страна, чем там Россия, Белоруссия, прочее. То есть это страна, которой требуются реформы незамедлительно. Реформы означают там потери контроля центральной властью над силовиками, над органами местного самоуправления и более детальная децентрализация, то есть продолжение, углубление этих реформ. То есть, разумеется, чтобы это сделать, нам необходимо в том числе и присутствие в органах местного самоуправления. И именно вот эта вот идея в том, что у нас эта идея есть, да, идея не просто выиграть выборы, у нас есть постоянная идея, с которой мы идем. Это идея двигаться
интегрироваться в европейские институты демократии, права, экономики і прочее. Але, Юрію, я згоден з тим, що в Одесі це можливо, ну, сприймуть люди. А як це от пояснювати, наприклад, в Подільську чи в Ізмаїлі, де інші живуть люди? Ну, смотрите, в Подольске и в Измаиле я тоже прекрасно понимаю, что такое местный депутат. И если говорить о системе местного самоуправления, да, то, по сути, областной совет, он напоминает тот же самый там, советский совет, да, который был при советской власти. То есть это видимость вот такая вот общественного участия вот в жизни области, которая на самом-то деле довольно слаба по сравнению с государственной национальной вертикалью. То есть западный опыт нам показал, что чем больше у местного самоуправления стимулов и возможностей, да, то есть что-то изменить, то тем больше еще это стимулов создает что-то менять к лучшему. То есть поэтому я думаю, что жители, что в Измаиле, что в Подольске, они хотят, чтобы их местный депутат, с которым они могут прийти, поговорить, сказать: «Виталий, ну смотри, вот у нас эта дорога, или вот у нас дом офицеров, или вот у нас там дворец спорта, театр, да, то есть необходимо что-то сделать, давай там будем собирать подписи, там выходить, просить деньги, выделять». Если этот человек будет в состоянии это сделать или повлиять на это по-настоящему, а не как сейчас, что сейчас немножко другая система, можем этого коснуться, но я думаю, что об этом и так многие слышали. Сейчас нужно горы свернуть, чтобы там, ну, что-то получить. То в этом будут заинтересованы в первую очередь люди, чтобы их представители в местном собрании имели вот такие вот полномочия. Ну, зокрема, вашого колеги Петра Обухова на сторінці Facebook я бачив перелік тих осіб, які мають стати кандидатами від партії. Праймеріс. Так. Це були люди, які подали на праймеріс. Але ми, принаймні, ми бачимо обличчя цих людей, їх прізвище, імена, нічого нам не приховують. Партія, я хотів запитати, теж питання поставити щодо партії влади. Ми вже майже в вересні зустрічаємось, а таке зелене таке коло, воно темне ще. Там нічого ще не відомо про партію влади на місцях. Чому так? Давайте. Кризис лидерства. У них просто банально нет понимания, кто является достаточно большим авторитетом в Одессе и в Одесской области, чтобы сделать на него ставку. То есть, в принципе, поэтому нам достался очень слабый губернатор. Поэтому у Зеленского постоянная кадровая чехарда в аппарате. Поэтому он уже сменил в первый год премьер-министра. Они поменяли кабинет министров. У них нет людей. Им некому доверять, им не на кого опираться. Они опирались на одного человека, но как только он там с квартала забрал, да, свой бэк-офис, фронт-офис, бэк-офис, больше не осталось, все, им не из чего строить. Не из чего строить государство. Ведь у них же есть идея, вот только вот мы за все хорошее, то есть за все, что угодно, вот за все, что угодно. То есть сплотить людей вместе может только какая-то конкретная идея. Вот, например, там в Украине нужна реформа децентрализации, да, то есть вокруг этого могут там сойтись люди. В Украине нужна реформа там, дерегулирования органов МВД. Да? То есть, например, вот эта вот вся центральная полиция, которая там не подчиняется и не отчитывается перед органами местного самоуправления, это, ну, довольно странно для европейского опыта. Да? То есть для американского опыта это странно. Там, ну, совсем по-другому. Там есть твой местный шериф, да, который тоже твой друг, ты к нему приходишь, говоришь: «Виталий, там вот у меня сосед, он дебошир, балагур, включает музыку ночью», да, то есть и шериф приедет, там будет этот вопрос решать, да, то есть не какой-то там страшный человек в погонах, которого ты боишься, человек, который к тебе всегда открыт, повернут, который живет там на твоей улице, то есть ты хочешь, чтобы твой шериф жил на твоей улице, ну, потому что там спокойнее будет на этой улице просто-напросто. Вот примерно такая нам реформа нужна, если по-простому. Эти реформы нужно продолжать. У Зеленского же взялись сразу за все. Есть вакуум большой, то есть сразу несколько сил пытаются получить право формировать списки. То есть кто пойдет, кто заведет. Ну и, конечно же, из-за этого многие там местные кланы, кто имеет деньги и влияние, вот попытались в эти списки вставить своих людей, чтобы дальше управлять процессами на местах. Цікава кампанія, обов'язково будемо спостерігати. Я сподіваюся, Юрію, що ми почуємо і ваших колег більш
конкретні питання будемо ставити, більш проблемні теми підіймати. Але це такий анонс. Дякую, колего. Успіхів вам, вашій команді, вашій нелегкій справі. Большое спасибо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.